Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции вдруга следующая — кашель. Очень актуальная тема. Здесь относятся тоже и дети. Сразу говорю, потому что акупунктура, она показана как и в детском возрасте, вот, так и в преклонном возрасте. То есть все возрасты, скажем так, подвластны акупунктуре. Потому что ребенок уже рождается с акупунктурными точками и меридианами. Они еще формируются в утробе матери на третьем месте, чтобы вы это знали. Итак, кашель – это воспалительные процессы верхних дыхательных путей. Хотя не всегда бывает кашель навязчивый, не связанный, что с заболеванием дыхания. Итак, кашель бывает приступообразным, болезненным, очень противным, навязчивым, мучительным. Острая форма кашля бывает, хроническая форма кашля. Также бывает кашель различный при неврозах. Здесь мы подчеркиваем, при сердечном заболевании. Следующая лекция, когда вы внимательно будете слушать наши, вы поймете, о чем пойдет речь. Итак, точка В11, даджуй, состояние меридиана мочевого пузыря, напрямую помогает нам при всеразличных проявлениях кашля. Мы отвлечемся и скажем, забегая наперед, что на меридиане мочевого пузыря расположены все точки шу. Есть точки МО, которые расположены на передней части тела, в них энергия входит. А на задней части тела, именно на меридиане мочевого пузыря, расположены точки ШУ, из которых выходит энергия. И, конечно же, те или иные заболевания — это внедрение той или иной неприятной энергии, негативной, которая вселилась в нас. Что нам необходимо? Нам необходимо выгнать эту энергию. Как? Вот с помощью точек и можно выгонять эту энергию. И если у человека одолевает кашель и одолевает заболевания, всеразличные воспалительные процессы в верхних дыхательных путях, и не только, и в легких, и так далее, то что можно использовать точку В11 даджу при всех видах кашля. Пожалуйста, внимательно смотрите последующие наши лекции, вы поймете, почему мы сказали при всех видах кашля, даже при сердечном, при неврозах, при всеразличных видах кашля. Что необходимо делать? Вы знаете, есть вакуумные банки, есть баночный массаж, есть аппликатор Кузнецова, аппликатор Ляпко, а также все различные, скажем так, медная терапия, вот, есть литотерапия с помощью камней. Вот, можно взять нефритовую подушку, положить в область данной точки, и что тем самым воздействуем на данную точку, каким благоприятным воздействием для того, чтобы забрать, расслабить данную точку и отвести ту избыточную энергию, которая и порождает кашель. То есть можно сказать, что кашель — это отчасти энергия выходит с нас, но не на все 100%. Что-то задержится и губит нас, и наш организм. Либо, скажем так, когда наш организм подвластен всеразличным заболеваниям из-за кашля. А вот когда мы поможем, вот, из кашля выйдет часть энергии, из точки выйдет часть энергии В11 даджу, то что? Кашель станет слабеть, в конце концов исчезнет. И помните, вы не только воздействуете на данную точку, вы еще укрепляете данные точки, что иммунитет человека, который что слабенький, становится при тех или иных воспалительных процессах, связанных с легкими, которые проявляются в форме кашля. Спасибо за внимание.